иное измерение русской культуры. Дмитрий Владимирович Веневитинов. Сонет. Читает Евгений Бразер-Брушковский. К тебе, о чистый дух, источник вдохновенья, на крыльях любви несется мысль моя. Она затеряна в юдоле заточенья, и все зовет ее в небесные края. Но ты облег себя в завесу тайны вечной. Напрасно силится мой дух к тебе парить. Тебя читаю я во глубине сердечной, и мне осталось надеяться любить. Греми надеждою, греми любовью, лира. В преддверии вечности греми его хвалой. И если б рухнул мир, затмился свет эфира, и хаос задавил природу пустотой, греми, пусть сетуют среди развалин мира любовь с надеждою и верою святой. Читано по изданию. Полное собрание сочинений Дмитрия Владимировича Веневитинова, изданное под редакцию Александра Петровича Пятковского, с приложением портрета автора, факсимиля и статьи о его жизни и сочинениях. Санкт-Петербург, в типографии Осипа Игнатьевича Бакста, 1862 год.